Конечно. Николай, можно с тобой сегодня сниматься? Можно с тобой? Собственно говоря, я не знаю. Я обнимку меня с Николаем. Да ладно, ничего себе. Скажи, чем ты занимаешься? Черт, я занимаюсь музыкой. У меня есть формула для того, чтобы стать легендой. В глобальном плане эта формула звучит так. Нужно позитивное мышление. А в локальном плане у меня есть формула легенды на сегодняшний день. Я хотел заявиться в цену на чиллаут, но заявки уже кончились. И я прошу вас, чуваки, те, кто здесь рулит на Урбании, сделайте так, чтобы мы туда попали, и мы всех там уберем. Черт подери, я такого не могу пропустить. Давай ты сейчас, ты, я так понимаю, рэп читаешь, наверное, да, там все. Так, ну подожди, у меня самое главное. Или я просто неправильно выразился. Сейчас, нет, ты правильно выразился. Сейчас мне самое главное, как тебя зовут, да. Твоя фамилия, но город Екатеринбург, я так понимаю. Да, меня зовут Захар, я представляю группу Hype the Vibe. Мы делаем музыку позитивную, новую, но это не рэп, это просто музыка ветра, музыка стиля. Ну, в общем, музыка позитивных вибраций. А скажи, пожалуйста, сказал музыка ветра, я сразу, ну, как-то меня это натолкнуло, то есть вы дуете, но я не знаю. Мы с Зеленым тоже музыку ветра иногда делаем, это 5 атмосфер, 6 атмосфер. Ну, особенно хорошо после бобов, да? Ну да, бобовые, доширак, чипсы, все это. Он загрузил, и музыка ветра пошла. Ну, а скажи, пожалуйста, а почему так получилось? Вы демонстрируете, а можно мне еще коллегу моего позвать? Конечно. Да, по-любому. Грыдастый, давай к нам. Вот, класс. Мы хотели выступить, и мы выступили здесь. Слася, Растафарай, Крайнай. Давай, Витор. Привет, ман. Money trouble, I have got enough trouble, so I'm gonna eat some idle food. So I went to a shop in my neighborhood. But when I go to the shop, my sister and I say, where can I get some idle, my friend? Hey, I'm not your friend, I'm not your friend, man. I'm not your friend, I'm not your friend, man. So if there is a nice shoot of you, you were here yesterday and didn't pay it. So if you wanna buy some food, you better get some money, money. I know what the Babylon do. Hey, я капец, это Сигар Турбания. What up, man? Вот так и сказал. Давай, твое решение. Ну слушай, я думаю, они уже стали легендами, мне кажется. Мы хотим идти дальше.